Я в самом начале мог столько утей нашморгалять. Да, да, да. А надо было стрелять. Вот, надо вот так вот. Вот. Так надо стрелять было, Юр. Я постеснялся. Так, ну что, мужики, сегодня последний денечек охоты. Крайний. Ух, Кириллыч. Дизелёк, ну ты сегодня должен показать себе. На угол. Не на угол, а ближе, ну так вот. Не, я в смысле тут, на стыке. Не, на угол не надо, на стрэм хватит. Вот здесь вот, ближе к дереву. Так. А. Если что, вот сюда пойдёт. Все, понятно, конечно. Дизель. Так он с любого идет. Дизель, ко мне идет. Сюда иди. Дизель. Ну проходите. Так там что, зайца взяли, да? Все мы прошли. Надо там покататься. Ну, вначале туда стрелял, я слышал, что где есть. Чего, устал? Дизелек, устал? Я смотрю, что на одном месте. Давай. Я нет. Давай. А колдунаш тоже поэтому. Колдуш, то. Ишу, отишу. Давай. Я не вижу, сука. Фу. Нельзя. А я думал дохло, у меня просто... Они же все, что ли? У меня в прошлый раз... Слышишь, он сейчас притворится и пожрет у меня. Ну пусть... В прошлый раз и минуты не прошло. Слышу, гром гавкает, а висла даже не рычала. Думаю, что за херня? На кого гавкает? Спускаюсь, буквально минута, а он уже дохлый, задушил. Молодец. Костян, ну ты сегодня вообще в ударе. Дизель, взять. Давай взять. Дизель, взять. Давай взять. А? Погнали кого-то. Взять. Красава. Давай, молодец, мой дизель. Колдун. Заходи. Давай. Заходи, давай, ищи, давай заходи.
Я понял. А это у тебя вино, да? Вино, да. Я такой лучше водочка. Сань, ну ты, если водочку надо с собой брать, знаешь. Классно. А вот есть напарника моего. А. Своя настоящая. Виски. Нет, врач Ольга Анатольевна вино запретила. Сказала, вино нельзя там. Меняй врача. Слушай. Меняй врача. А что еще стрелять? Зайца можно не стрелять. Ну, четыре выстрела. Одного зайца, три утки. Это мы по уткам не башли. Я черка взял. Взял же там камыша. Юра утку взял. Мы взяли, я не помню, кто из нас такой. Там мед, на закрытие. Ну, Костя сегодня вообще молодец. Костя, красава. Костя, давай еще сегодня волка и все. А есть что, соломы, трубочка какая-нибудь? Нет, я не... Ну на, какая разница. Да не, ну это большая, куда? Ну, братцы, давайте, наливайся. Давай. С закрытием. Петя, на чем честно нарезал? Говорю, даже вот это посмотрел на кого-нибудь, думаю... На кедровых и на таких, да. Ну все, давайте. Нормально в этом сезоне поохотились. Да, шикарно поохотились. Кириллыч, меня. Шикарно поохотились. Ну давайте. Ну не убивайте. А, ты тоже будешь? Давай. А можно? Подожди, можно? Конечно. Объясняю, все элементарно. Костя сегодня фартовый. И все. Может, да? Он да. Не грешил бы. Этот. Красавчик. Все, закрылись мы по пушнине. Едем с дизельком домой. Дизелек устал. Едем. Устал нормально. Взяли сегодня три зайца. Динатовидную собаку, шакала и два петуха. И два петуха и четыре утки. Все, сезон закрылся. Следующий охота будет в Ростовской области. Поедем в Ростовскую область, там охота для 28 или 23 февраля. Будем там.